Так, Мурманск. Посмотрим. 200 000 живет. Краеведческий музей. Плазма. Отель. Надеюсь, что это не отель. Надеюсь, что это тоже не отель. Думаю, это тоже не отель. Что за жизнь такая? Отеля не вижу. Полоски. Что же за жизнь такая? Там специально напился кто-то, да, наверное? Ну, в трезвом виде никто же так делать не будет, правда? Камушками даже выложено. Офигеть. Что это? Страшное. Боже мой, какие-то орудия убийства. Что-то даже не смешно. Странный дом. Какие милые растения здесь. Дороги нет. Нету дороги. А и не нужна, скажите. У нас есть трубы. Трубы лучше дорог, да, россияне? Отель «Снегири». Спой, птичка. Помните, барон Мюнхгаузен? Спой, птичка, не стыдись. Ужасные балконы. Как всегда. И тут тоже ужасные балконы. Хотя здание наверняка не такое уж старое. И тут ужасные балконы. Дебильные эти вот стены, как я их терпеть не могу. Они в каждом городе одинаковые. В каждом городе стоят эти плиточные стены. Бетонные. Тупорылые. Ленинский. Конечно же, куда же без Ленина, да, россияне? Ленин у нас не сдох.
Ленин у нас вечный. Детская площадка, представляете, убитая эта песочница без песка. Этими качелями можно, конечно, ребенка убить. Чух-чух по башке, хуяк. Стружки никакой нет. Боже мой, какое убожество. Что, дороги даже нет? Фак. Даже дороги нет. Ну, класс. Класс, да, Арсений? Самое то, да? Путина люблю, скажите, да? Путин is special, да, Арсений? О, вот она, матушка земля. Вот она. Вот она ради чего. О, а тут он поставил вам тротуар, да, так классно. Асфальт, вот он. И уже нету. Вот, все, нету. Нету, спиздили денежки. Ну, конечно, Арсений, вы недостойны целого тротуара. Вам можно только кусочками выдавать, знаете, чтобы не разбаловались. Кто хочет купить здесь квартиру? Непонятно. Потому что это полицейский, что ли? Или кто? Дом такой шикарный, шикардос. Обычно, когда идешь, знаете, тут как бы для коляски, для. Ну, тут нет этого. Такой идет человек слепой, бултых и упал, да, Арсений? Да. Что вы мне хотели сказать? Тут что? Вот что вы мне хотели этим сказать? Что? Что вы думаете, мир такой страшный, как ваш Мурманск? М? Боже мой, сколько много советских этих страшных зданий. Такие тяжелые скамейки, такие, знаете, у него популярные растения. Вот это редкость, Арсений, это действительно редкость. Вы вообще не понимаете, что цветов должно быть много в городе, да? Не понимаете? Какой заботливый человек, смотрите, поставил эту хуйню на какой-то диск. Магнит. А инвалид как заберется? А никак, ему принесут на дом, да, Арсений? Ну, вот эти железные ваши страшные балконы. Украшение каждого города. И бабки такие убитые ходят. И березка такая. Я в Мурманске.